Семен Баварчук, еще вчерашний школьник, сейчас трудится на стройплощадке, которая развернулась на территории вуза. Не искал отговорок, сдал зачеты, экзамены и пошел трудиться. Мотивация следующая. Благодаря студенческим отрядам можно не только кошелек пополнить, но и опыта набраться, а также внести свой вклад в развитие родного университета. В стройотряде первый раз. Во-первых, пошел почему? Потому что университет предоставляет возможность заработать. Во-вторых, это опыт, который ну, в моей профессии пригодится, безусловно. Сейчас у нас идет учебный семестр, вот, поэтому у нас ребята работают по 2 недели для того, чтобы не было ущерба для учебы. Вот, после 2 недель они возвращаются назад в аудитории, следующая партия приходит и также работает. В студенческих общежитиях технического университета тоже с утра до вечера кипит работа. Проводится капитальный ремонт жилых блоков бок о бок. С новичками здесь трудятся и опытные бойцы. Один из них – студент 4-го курса строительного факультета Евгений Борисевич. В планах пройти практику на каком-нибудь строительном предприятии, а остаться жить и работать в Бресте. В строительных отрядах принимаем участие уже, наверное, не 4-й раз, даже 5-й, 6-й, ездили в Островец, работали на общагах, работали на стройках, помогает набраться опыта, ну и плюс шанс студенту заработать. Конечно, работы на территории университета масса. В основном ребята занимаются благоустройством. Укладка тротуарной плитки – работа тонкая. Одна ошибка может подпортить всю работу. Но начинающие специалисты строго соблюдают технологии укладки. На данный момент у нас работает один студенческий строительный отряд имени Героя Советского Союза Николая Ивановича Абрамчука. Отряд работает с 1 по 15 апреля в количестве 17 человек. Ребята благоустраивают территорию университета, наносят разметку, прокладывают плитку для дорожек и тропинок. В прошлом году мы очень плодотворно поработали, у нас свыше 600 человек было трудоустроено. У нас были и сервисные отряды, и строительные отряды. Вот. В этом году мы также планируем, вот сейчас у нас 17 человек работает, это первый строительный отряд, который... 2020 года уже. С 16 числа приступает еще следующих 15 человек. Это уже будет второй по счету отряд. Смена обстановки, работа на свежем воздухе, новые знакомства, опыт и заработок. Плюсы, которые выделяют брестские студенты в трудовом семестре.